победа и ваши комментарии. Спасибо, упорная игра была. Две, можно сказать, такие настырные рабочие команды хорошие. Но мы добились успеха. Как скажете, вот не ёкнуло сердце-то, когда 2-2 было? Ну, оно всегда ёкает, когда вторую забивают там или сравнивают. Всегда есть такое. На завтра что-то будете менять? Сейчас посоветуемся, посмотрим, проанализируем и завтра увидите.